Хабаровск по версии «Кураж Бомбей». Знаменитая студия перевода и озвучивания решила снять сериал о городах России. Съемочная группа на машине едет из Владивостока в Москву. На съемку в каждом городе отведен день. Что попало в кадр в Хабаровске? В репортаже Натальи Смолениновой. За что вы любите Хабаровск? Денис Колесников – официальный голос сериала «Теория большого взрыва» в России. Именно он озвучивал всех персонажей всемирно известного комедийного ситкома о застенчивых американских ученых. Итак, если фотон направлен через плоскость с двумя щелями в ней, и каждая из них под наблюдением, фотон никогда не пойдет через обе. И если не под наблюдением, то пройдет. Но если наблюдать с момента покидания плоскости, то до соударения фотон не пойдет сквозь обе щели. Согласен. А в чем прикол? Да ни в чем. Это просто хорошая идея для принта на футболке. В этот раз артист сам в кадре и говорит своим естественным голосом. Прохожие его не узнают, но на вопросы отвечают. А что вот что изменилось? Строительство, расширенные территории, набережную переделали, много очень новых, как сказать, достопримечательностей сделали. Нет, я его очень люблю. В Хабаровск съемочная группа «Кураж Бомбей» приехала рано утром. Они уже успели попробовать хабаровское мороженое, посетить музей говорящих машин и познакомиться с хабаровскими художниками. И теперь изучают краевой центр. Вот эта штука тоже тех времен? Я думаю, что да. Цель проекта «Это все Россия» – снять 20-серийный сериал о путешествии от Владивостока до Москвы. В эпоху пандемии, когда границы закрыты, авторы хотят ответить на вопрос, в какой город страны лучше поехать в отпуск и что там посмотреть. Первое впечатление о Дальнем Востоке уже сложилось. У нас там нету моря, например, да, или таких прекрасных сопок. У нас есть Жигулевские горы, хорошо, ладно, у нас есть Жигулевские горы, но такой природы у нас, наверное, все равно нету. Что еще? Менталитет, мне кажется, менталитет вот дальневосточных людей, он поспокойней. Сериал получится не только развлекательный. Помимо достопримечательностей, дегустации местной кухни, в каждом городе студия «Кураж Бомбей» берет интервью у местных предпринимателей. С утра встретились с ребятами, владельцами местных сети кофеен. Ну, в общем, вопросы задаем всем разные. Нам интересно, в принципе, как устроен бизнес в городе, насколько есть какие-то проблемы, есть, может быть, какие-то, наоборот, классные решения, которые уже здесь придуманы и которые можно транслировать на всю страну. Серия про Хабаровск выйдет приблизительно через 2-3 недели на YouTube-канале «Кураж Бомбей». Следующий пункт съемок – Благовещенск. Наталья Смолянинова, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».